езжу, смотрю, она все время заброшена. Здесь кто-нибудь вообще бегает, дети там или прочее? Ну, используется по назначению. Вот построили. Дети в этом году будем сделать, будем использовать. Школу закрыли? Просто у нас все дети сейчас совсем маленькие, сюда мы их не пускаем. Вот мои подрастают, вот будет вот сейчас. А количество детей растет вообще в селе? Растет. Малышей полно сейчас. То есть школу... Больших, старшие, которые в школу ходят, они сюда не ходят. А малыши совсем маленькие еще. Они пока около дома. Вот в этом году сделаем площадку, установим, будем ходить. То есть школу закрыли зря? Конечно, наверное, зря, конечно. У нас малыши, начальный класс, на автобусах ездят в соседние деревни, это нормально. Все-таки ребенок маленький, отправлять. Не, ну понятно, а сколько человек ездит? То есть все равно надо же считать, наберется на класс там на два, на сколько там надо. Ну, раньше же работала школа, ничего тоже было, мало детей было. Я вообще здесь одна училась в классе, когда школу только открыли. В Чернавку ездят, в Покровку и в Белогорное. В три села ездят дети. Нормально. И это примерно в одном. Человек 10, наверное, может, 7, наверное, точно есть, ну, наверное. Да. В Чернавку-то наши старшеклассники ездят в Чернавку. Трое, да. А вот Белогорный и Покровка, считай, и начальные классы ездят, детей средний в основном набирается. Звено. Не, ну все равно они же, получается, разного возраста, то есть вы же класс не сделаете один, правильно? Реально. Ну понятно, ну а когда школу здесь вообще открывали, говорю, я училась в 7 классе, я была одна. И со мной занимались преподаватели, все предметы мне преподавали. Даже с Белогорного учитель немецкого приезжал. Это какой год-то был? Ну было же! Не скажу, да. Ну было же! У меня тоже сын вот учился, двое их в классе было. И красота были, они вовремя пришли, мы спокойно были. Да, они были дома, они как-то не переживают за них. А это езда уже с первого класса, это разве нормально? А то зима, не зима, они едут на этом автобусе, не зная проедет, не зная не проедет. У Люгош там он постоянно мост этот падает. Ну сделали. И опять где сделали-то? Забетонировали. Ну вот я сейчас ехал, подсыпают. Ой. Ну вот они будут каждый год подсыпать. И каждый раз он проваливается. Нет, вот этот стык подсыпает, который идет у дороги-то. Ну это соединение моста с асфальтом. Вот тогда там провал. Вот подсыпали, начало все таять. Там такая яма была. Машина попала прям хорошо. Ну, это весной вот. Ну, да. Ну, потому что они вот закончили, я не знаю, я уже перестал за зиму ездить. Нет, просто у нас еще делать-то надо летом, а не зимой. Ну, так они его делали, я ездил месяца три, наверное. Снег был вовсю. А вы вообще с какой организацией-то? Это же организация какая-то должна быть, да, по идее? Или как? Или это частная инициатива жителей села? Это частная инициатива каждый год. Нет, почему? Здесь соцработники, здесь детский садик. Мы а, это вот там, который, да? Да, вот клуб, вот заведующий клуба. Я просто мама. А клуб-то работает, нет? Конечно, работает. Ну, в данный момент я тут. Единственный работник клуба, да? Да. Нормально.
что толку в прошлом? Мы этого ничего не видали. Да, конечно, сейчас такой прогресс так быстро идет. Да. Поглядим, вот это делает, это делает. Нам чудно, потому что мы это никогда не видали. А вы все знаете.